Всем привет, это СБ 1813, бросаем, продолжаем реакции с пачки. На очереди будет такая группа, как The Focus и их трек Бесед. Остер Валь посоветовал все это посмотреть. Не знаю, что за группа, поэтому давайте сразу перейдем к реакции. Go. А, Байес, спасибо, что сказали, как правильно читать. Не, сначала, когда увидел эту девушку на превьюшке, я думал, что она у них на вокале будет. Оказывается, это просто танцовщица. Ну, прикольно, кстати. Очень прикольная у нее локация с этими зеркалами. Ну, звучат неплохо пока. Немножечко Норфлейнами отдает. Начался. Не, ну неплохо в целом, на самом деле. Неплохо, но как будто бы опять что-то не хватает. Хотя в целом звучит хорошо даже. Просто они такие, типа... А, ну куда же без этого? Ну вот это, кстати, нормальный брейк. Вот я про предыдущий брейк хотел просто сказать, что они такие, типа, непонятно, то они не как же это сложно сказать, не New Metal Core. Короче, они и не туда, и не столь интересные для прога. Короче, ни туда, ни сюда. Ни рыба, ни мясо. Хотели найти золотую середину, но у них не получилось, как мне кажется. На второй брейк неплох. Так, ну вот мы смотрели клип, послушали трек Biased от группы The Focus, который посоветовал Остер Вальд. Короче, нормальная группа, на самом деле, нормальная. Я бы ее даже послушал. Но вот такое чувство, что они хотят быть одновременно и Норфлейнами, и Альфа-Вульфами, только они не выбрали, куда больше идти. И вот где-то посередине, и это их минусик, потому что они звучат не так мощно, как, собственно, Альфа-Вульф подобные группы, да, и не так интересно, не так синтезаторно, как, собственно, современный Норфлейн. Вот, но отдельные моментики у них прикольные есть. Клип хороший, клип, честно сказать, я в клипе больше на девушку смотрел, она прикольно танцевала, и вообще, в принципе, у нее локация офигительная была. Вот надо было вообще только ее оставить в клипе, мне кажется. Это было вообще идеально. А так, как бы, окей. Ну, норм, ладно. Типа, в целом, да, в целом годный. Второй брейк мне понравился, тоже такой идейный брейк был. С этими всякими диссонансиками, флажолетиками, прочей вот этой жужжалкой, переделкой, но как бы я такое люблю. Ну, пойдет, короче. В принципе, все, наверное. Спасибо всем, кто посмотрел. Реакции, слушайте, писание, нравится, сами все знаете. И больше, наверное, мне про них нечего сказать.
Я пойду. Пока.